Ава, с вами Юлик 2009, и сегодня я вам буду показывать моего нового, совершенного, великолепного просто друга. Это самый лучший друг вообще мой на всем белом свете. Это самый шикарный друг, я вам правду говорю. Это самый главный, самый лучший друг. Мы с ним прошли через многое, через войну. Он мне совсем недавно появился. Мы самые лучшие друзья, мы вообще самые крутые, вообще, да. Мой самый лучший друг — это вот он. Я потом его покажу. Вот, он, короче, самый лучший, самый великолепный, он самый классный, он такой добрый, он такой смешной. Мне хочется с ним жить вообще всю жизнь. Прям хочу с ним дружить вообще навсегда. Forever. Самый лучший, самый невероятный друг. Эх, какой же он великолепный. Самый классный, самый лучший, самый неподкупный, самый великолепный просто. Я сейчас вам опишу, и кратко, очень кратко я сейчас его опишу. В общем, он очень смешной, очень классный, очень невероятный, прям это самый лучший, самый невероятный. От него можно ждать вообще все что угодно, он самый смешной, прям реально дружу. С ним дружить это прям вообще каждый день приключения. Невероятно просто. Эх, какой же он офигенный. В общем, смотрите, вот он самый хороший, самый офигенный. Сейчас вам расскажу историю, как мы с ним познакомились. В общем, сижу я, значит, это в парке под деревом сакуры такой. Знаете, сакура такая? Ну, сакура это такое дерево с розовыми этими лепесточками. Вот, значит, сижу такой, я школьником еще тогда был, прям школьником, школьницем, школьным, школьником. Вот, сижу такой, думаю, блин, о своем сэмпае новом, о своем сэмпае. И тут ко мне подходит мой друг новый и говорит мне, пойдем прогуляемся. О, господи, это был мой самый любимый момент вообще в жизни пока что. Господи, самый великолепный момент. Не так хорошо с ним. В общем, это друг просто невероятный, так. Затем мы с ним пошли в... Нет, ну, из парка в это... Кафетерию. Знаете такую кафетерию? В школе, блядь, которая еще... Она... Такая вкусная еда только с ним бывает. С моим лучшим другом. Когда мы с ним едим вместе, просто великолепно всегда. Самое невкусное говно становится самым вкусным говном вообще. Господи, боже мой, как же мне хочется, чтобы мы с ним были постоянно. Эх. Он самый лучший. Вообще the best. В общем, сейчас вам еще расскажу что-нибудь про него. Он такой смешной, он самый смешной человек вообще на всем белом свете. И он вообще всегда добрый, дружелюбный, невероятный просто. Мы с ним вообще самые лучшие друзья на всем белом свете. На черном мы с ним вообще не друзья, потому что там все черное, черное это вообще не люди, то есть, да. Короче, он самый лучший человек на всем белом свете. Мне с ним не стыдно общаться даже перед друзьями, своими другими отсталыми, которые Лёша там, к примеру. Все вообще. Не стыдно. Ах, какой же он офигенный. Он такой добрый, он такой смешной, он такой великолепный, он такой классный, он самый добрый, самый... Ну, короче, он самый добрый. Никогда не бывает злым, он всегда дает мне денег. Всегда, когда дает мне денег, когда я его только попрошу, у него... Он реально очень богатый, еще к тому же. Эх, хочется мне быть с ним всегда, абсолютно, каждую секунду. Это самый лучший друг вообще на всем белом свете. Я так его люблю. Мой друг шикарный. В общем... Мой самый лучший друг это вот этот дурак, дурной кое-какой. Я вам сейчас его покажу. Но сначала я должен вам подсказать про него. Это очень смешной, самый харизматичный. Это
Самый добрый, самый невероятный, просто, знаете. Нет, не знаете. Не буду вам говорить, потому что вы слишком маленький для этого. В общем, он самый невероятный вообще. Как Тигрулю из Смешариков. Или Копатыч. В общем, он невероятно добрый, он самый лучший друг. Он такой красивый. Сука, там дети орут, заебали. В общем, он самый добрый. То есть он реально добрый очень. Он самый реально добрый человек на всем. На всем. В общем, я сейчас это... Это я только начал. Это, знаете, это только вершина айсберга. Как я вам это рассказываю про него вообще все, всю информацию, которую я знаю. То есть нет, я знаю о нем практически все, потому что мы с ним живем почти каждую секунду вместе, он самый лучший. В общем, знакомы мы с ним совсем недавно. Сейчас вспомню те времена, как мы были с ним. Какой же он был хороший. Бля, идите у вас. Вы чё грязные такие? Не так с ним хорошо было. Так, вы, девки свои вот эти, любите своих томбоев вонючих. Вот что вы? Вот что они умеют? Из того, что умеет мой друг, самый лучший вообще. Он, вот твои ваши томбои вообще ничего не умеет делать, прям вообще. Они такие глупые. Типа, смотрите, я нарядился как дурак черный вообще. Черный, да, you man. Вообще, это, ну школьники, пацанчики вообще глупые. Или девочки, не знаю вообще. Вот. Короче, они глупые, реально. Вот мой самый лучший друг, вообще самый лучший вообще на всем белом свете. Он невероятно смешной, харизматичный, смешной кунчик. В общем, я покажу ему его через некоторое время, когда он даст согласие на то, что можно мне будет его показывать. Чё с камерой? Ты чё такое? Бля, камера грязная. Опа, все нормально стало. В общем, он самый смешной, самый лучший, невероятный друг на всем белом свете. Никто не может быть лучше него. Эх, хочу с ним вернуть те времена, когда мы были с ним. Тогда, ну, вам не надо лучше этого рассказывать. Эх. Такой классный. Мне было с ним так хорошо. Ну. В общем, он самый хороший. Он невероятно хороший. Он... В общем, он мне такие истории рассказывал, великолепные, то есть смешные. Что это Крипер 2004 сам это очумеет, оборжется, хотя он глупый реально мальчик. Глупый. Надо будет вырезать это. В общем, он, короче, смешнее вообще меня 15 раз. Смешнее Лёши, хотя вообще любой может быть смешнее его. Лучше вообще. Глупый, тупой мальчик. В общем, я думаю, мне надо уже его показывать, потому что я что-то слишком много вам рассказываю. Постановлю его еще немножко. В общем, сейчас я вам покажу его. Блин, слишком. Погодите секунду. Извините. Простите. Эх, в общем, пришло время. Вот он. Вот мой друг.
Всем спасибо, всем пока.